Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. Сегодня подошло то время, когда надо сливаться. В общем, качаемся по полной. Сейчас будем смотреть, что у нас по базовым характеристикам от всех. И, соответственно, посмотрим, сколько в конце всего вышло. Ну, а так, эксперимент начался. 6 месяцев накоплений. Как обычно, ребят, в период, когда нельзя открывать подарки, я сливаю все запасы. Последний раз это было в мае месяце. Ну и сейчас попрем. Начнем, как обычно, с общей характеристик. Так, у нас 61, 39, 25 и 61. То есть, ну, как бы, причем самое прикольное, даже цифры одинаковые. 914, да? А, не 924. Нормально. Итак, что мы имеем? У нас куча генетика. В общем, за 6 месяцев у меня получилось 143 тысячи. Ну и давайте, короче, будем смотреть. Итак, пойдем мы, наверное, вот таким образом. Так, 61. Отлично, цена пошла вверх. 600-ничек. 62. 63, 64, 64, 65, отлично. Так, и здесь, сейчас посмотрим, сколько выйдет. Но цена растет, 800-ничек уже, 850, 63, 60. 64, отлично, все, и остальное на ловкость. Немножко надо скачать. 45, отлично. Так, и сюда. Все, 950. Итак, 19, слушай, ну, конечно, смешно, но это остатки сливать не буду. Так, отлично, 65-ник. Так, генетику. 400 тысяч. Да, генетики тоже. Ну, 650. Итак, 26, 40. Так, 35 надо. 35. 27. Ну, можно 30-ник было оставить, конечно. Ну, ладно, тут уже мелочь. 29, ну 32 давайте хотя бы. Не копите никогда ресурсы, ребят, никогда не копите. Если только вы не для YouTube снимаете или чисто для какого-то эксперимента. В остальных случаях это не имеет значения. 65. 950 уже, 950. Итак, 67. 69. Отлично, 70-ник. 70-ник есть. 70 базов. Ну, сливаться-то надо полностью. Чё это уж? В прошлый раз я долго мурыжился. Блин, сколько много. 68. 68. И после этого момента мы, конечно, пойдем заново выкапливать все. То есть все будет классно. Так, 70. И еще сюда. Так, 70 на 50. 42, 43. Не хватает уже. Короче, 43, 35. Чуть-чуть придется, ну, уменьшить. Просто нет уже расхода на сливание. 33. Так, и так как одинаковые,
чтобы знать, что улучшать потом за кредиты, короче, увеличим сразу же все, что можно за силу. 1300. Улучшение 26. Ну, вообще фигня, если честно. Было 19, стало 26. Так, и ангар, ребята, ангар. То есть мощность 350 уже. Чисто с базовых. 90 тысяч, короче. Ну, поехали. 350 на 218. Охота кликер как-нибудь сразу же, который жмет это все. Вот я представляю, как вот загружают трон какой-нибудь или еще что-нибудь. Представь, какая у меня цена низкая на мехи, вообще просто жесть. Специально, видите, до последней жести тянул. Думаю, вообще хотел завтра сливать все. Но подумал, ладно, гляну. Сейчас начну попадать вверх опять. К ватрушкам всяким, короче, к азотам там. Всем привет, ребят, если меня смотрите. Какой-нибудь Крэзи Славка там вылезет сразу же. А, переката недавно видел, да. Кстати, на него попал. Я с ними на обычках обычно сталкиваюсь, а сейчас на элитках будешь с ними. Санчеса видел, но только видел его тоже на обычках. На элитках я их не вижу из-за того, что у меня, ну, не хватает мощности. А сейчас, я думаю, будет. 35, да блин. Да реально, что ли? Ну, быстрее я не могу. К сожалению, вообще просто не могу быстрее. Блин, как бы сделать-то так, чтобы оно... Блин, ну долго, ребят, долго. Давайте на паузу, наверное, поставим. И я солью, и потом покажу же конечный результат. Ну, это сильно страшно и долго. Фу, блин. Ё-моё, заклинило. Аж рука устала. Ну, в общем, ребят, добился я улучшения 105, вообще больше нету. Итак, модернизация ядра 350-126. Закрываем. 423. В общем, 4, ну, почти, еще 99 тысяч, и там я буду почти как донат. Итак, характеристики почти дошли, короче, до 500-ника. Ну, немного осталось. Не сильно, конечно, наворочено, но ничего, слушай. 494 против 496. Ну, правда, ловкость не растет. Но у меня нет ничего на ловкость, вообще ничего не добавляет. То есть я рассчитываю чисто на два этих. Хотя, да, надо вот желательно бы подтянуть здесь немножко бы. Хотя бы до 300-ника, то есть надо. Да, ну, посмотрим. У меня просто ловкость ничего не добавляет. Может, арконами ее, конечно, догнать. Ну, я думаю, что это эффекта большого, короче, не даст. Ну, все вроде. Все в ноль, короче. Здесь ничего не осталось, а тут ничего не осталось. И в ангаре мы все посливали. Все хорошо, прекрасно. Начинаем копить теперь до следующей акции. То есть это будет в мае. Не знаю, там, наверное, 14-го также мая, может, 20 мая. Ну, там посмотрим поближе. Нет, скорее всего, перед совсем 9 мая. В общем, там и решим, короче, ближе к майской акции. То есть 6 месяцев накоплений, и ты чувствуешь себя опять лохом. То есть все супер. Ладно, всем счастливо, всем пока.